Мероприятие прошло в формате праздничного обеда. На него пригласили около 180 человек – ветеранов педагогического труда. Коллеги встретились за одним столом, вспомнить время работы в школе, пообщаться и поздравить друг друга с предстоящим профессиональным праздником – Днем Учителя. К поздравлениям присоединился и глава Сочи Анатолий Пахомов. Вот слово «бывшие учителя» не поворачивается сказать, потому что бывших не бывает. И вы самые-самые надежные помощники в деле воспитания подрастающего поколения, в деле создания счастливого сочинца. Спасибо вам за это и с праздником! С праздником! Как отметили на празднике, престиж профессии учителя растет с каждым годом. Сочинские педагоги трудятся в новых условиях, в обновленных и вновь построенных школах, работают на современном оборудовании. Зарплаты тоже с каждым годом увеличиваются, а лучших в профессии обеспечивают жильем. У меня дочь учительница, у меня мама была учительница. Я надеюсь, что и внучки будут тоже учителями. И таких династий у нас в Сочи много, а значит и профессия наша востребована. И я верю в то, что на смену старшему поколению учителей придет замечательная смена. Продолжился праздничный обед концертом с участием творческих коллективов города.